Женя, если вдруг надо, чтобы жирнее макароны были. А, это не ты. Привет. Добро пожаловать. Что, что? Ага. Закрывай двери, чтобы сюда вонь не заходила. Туда, да. Если надо, чтобы жирнее макароны были, для этого положи шинку его масло в дверях. Как он вертел на фигурную брусь. Я молчу. Мама, посмотри. Это вчера тетя Оля удружила. Я говорю, мама, посмотри, это вчера твоя подруга тетя Оля удружила. Ну, хоть она и не ловила, да, а, наверное, ее этот самый зять, или как это у нас? Зять. Зять Иван. Ну, на завтрак, это мы на завтрак. На завтрак такое, это у нас вот так, мы бедненько живем, скромно. Я говорю, мама, это мы на завтрак, так мы бедненько, скромно живем. Утром пошли, наловили рыбки, пожарили и едим. А не наловим рыбки, то голодаем. Так, Жукуля, живешь? Так. Крымский вот особый. Вот так. Чуть-чуть так должен. Ну давай, Жукуля, за ваш дом, за себя, за Машу, чтобы вы были здоровы. Давай, давай, это самое главное. Это самое главное. Давай. С головой можно? Чудо. Или лучше нет? Вот я ее ем как? Я вот так вот и обгрызаю вот так вот отсюда до сюда. А, вот так нельзя кусить или кусить? Можно. Ну, это вкусно. И пахнет. Анюточку не вспоминаешь? Давай. Ну, ой, вкусно. А хвост ест тоже. Ну, я все съел. Правильно. Выше кишки? Да я все ем отсюда. Центральную косточку только выкидывается. Вот эта вот центральная косточка выкидывается, остается яса. Ну, голову не ешь, конечно. Здесь столько много голову, боже, усасывай. Ну, Суля, ты? Будешь это? Спасибо. Я живу на зарядке. А ты перед зарядкой ничего, да? Не, ну, должна бы вообще так что-нибудь. Не есть, а воды попить. Сейчас не пойдем на зарядку. Какое впечатление, что дождь будет. Не могу найти ему маленького зонтика. Ну да ладно, поищу. Сейчас я гляну, может, я найду. Ага, пожалуйста, если туда на диван положи. Это мне Таня просила. Я немножечко чуть бы он, конечно, не безразмерный. Ну да. А, это у тебя было.